Как создать большую и крепкую семью, вырастить прекрасных детей и сохранить любовь на долгие годы? Супруги Сулеймановы точно знают ответ на эти вопросы. В браке 20 лет, четверо детей. С гордостью называет свою семью спортивной. У нас четверо детей. Три сына и дочка, как в той сказке. Ребята у нас занимаются самбо, дочка фитнес-аэробикой. Самое главное, чтобы было взаимопонимание в семье, чтобы было... дружба, любовь, и тогда дети в любви и в радости, они растут замечательные. И таких эталонных семей в Самарской области много. Например, приемная семья Шишкиных за 40 лет брака вырастила 25 детей. Семья Захарьяш из Сызрани сейчас растит 8 приемных детей. Многодетные семьи поддерживаются государством. Приоритетное внимание этому вопросу уделяют по поручению президента. У нас 8 приемных детей. 6 из наших деток подходят под социальные выплаты, которые назначил нам президент. Это с 8 до 17 лет. Мы уже оформили эти выплаты. С оформлением выплат у нас не возникло никаких проблем. Оформляли мы через МФЦ. Доброй традицией стали встречи семей Самарской области с губернатором Дмитрием Азаровым. Здесь не только душевные разговоры, но и эффективная обратная связь. Дружная семья является залогом и дружной России, России единой и России, конечно же, совершенно очевидно, великой. Меня искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире, дружбе жили представители разных народов, много больших счастливых семей, семей многодетных и семей многонациональных. Сейчас в России работают 31 мера поддержки семей. На эти цели выделено свыше 17,5 миллиардов рублей. Ольга Волкова, Максим Гусев. События.